Наш серго староста решил искупаться. Ты только горизонтально снимай. Хорошо. Ну ты длинный, не влазишь горизонтально. Да, там еще грязнее. А вы про грязь... Про грязь была речь, нет? Сергей, грязь. Какая грязь? Ближе подходи. Да, да, я кричи, поняла, а? Тебе не один. Моя камера все заснимет. Молодец. Лысый! Потом смонтируем. Это наш лысый оператор. Нет, просто чтобы монтировать можно. Чё? Это чё, спорите? Включайте музыку, музыку! Я ему сейчас должен деньги за шашлык, я купаюсь, ничего не. Ты ему должен деньги за шашлык? Да, я купаюсь. Сколько денег должен? Пацан, нет, давай шашлык так. Отрабатывает. Давай в шортах. Да лучше потом без шортов лучше, чувак. А то это такси надрещал. Да лучше без шорт и потом в чем оденешь? У тебя есть кончо на смену? Холодное? Я уже не в шортах. А помнишь, как я тогда за корову? Не пойду. Серый, вот здесь, кстати, это скользко. Ты уйдешь сейчас туда. Ты, чувак, уйдешь, мы тебя не вытащим. Нет, это нереально здесь зайти в воду. А почему нереально? Я тебе говорил, ты посмотри, да, какая скользкая. Я говорил про гости. Ты просто не заходил вот так. Оп. Да? Нет, просто ложись. Ложись. Знаете, такие прилюдия, ты че? Нет, смотри, вот а так. Ты лучше сразу ныряй и плыви. А, нет, передом, нормально. Жопой будет, жопой. Просто плыви, да. Оставь мопед. Блин, у нас речка-говнюшка, ну тут, конечно, не чище вода. Ушел. О, я сказал, он уйдет, как Титаник. Блин, сколько тут всего! Плыви! Как не возвращаться будет? Туда. Куда? На ту сторону! А мне сначала черепа! Я такой... Там столько бутылок! С головой, с головой! Кости человеческие, Сережа! Органы человеческие! Сережа, да. До дна! Череп, говорит, они мне простили 500 рублей! Вода-то холодная! Серый, до дна! Пошел в заплыв. Кто следующий? 400 рубасов. Следующего не будет. Так отрабатывать 400. Как в душе? Да ты привыкнешь. Еще 400. Еще 400? Если я побуду, ты мне 400 дашь? Не сейчас. Не сейчас. Смотри, пранки, пранки тут проводят. 400 рубасей! Лысый, ты заснял? Не, плыви туда, не надо сюда. О, серый. Плыви к лысому. Серый. Того, а вода вкусная или нет? Вода вкусная? Она зеленая, как тархун. Берег, в какой я купался? До того берега. Фу, здесь муть, серый. Здесь, а здесь муть, иди с другой стороны. Он не поднимется здесь. Он не поднимется здесь, в натуре. У нас сначала сейчас шорты потерять. Э, а шорты где? Покажи. Здесь же девушки. Покажи. Назик, у тебя палка сломалась и половина ей в голову прилетела. Фас, фас! Дайте мячик, мячик! Что еще делать? Мяч! Давайте, стол заказывать. Возвращайся. Кирилл, дай мяч. Ладно, возвращайся. У кого мяч? Киньте ему. Возвращайся. У кого мяч? Возвращайся, сестру с тобой тоже пойти. Да я-то тут при чем? Заебал, да я-то как будто это организовал. А кто? Это за мои деньги, но идея не моя. Деньги мои, идея не моя. Все проплачено. Дай мяч! Где мяч? Интересно, сколько градусов мать, вода? Наверное... Серый, у тебя есть термометр? 15. Ну, 15 есть, может. Кого? На камеру будет. Серый, может ты там лучше подняться будет? Ты здесь не выплывешь. На трубе. Там кончено, там такая вот... Туда что стекает? Да там труба нормальная, ты-то как-то поднимешь? Я палку принесу. Я подниму. Это не хватит. Да хватит. Чё, мы не вытащим? Она сломается. Чё, мы брата не вытащим? Всё, ну. Вот так, давай. Кто-то будет меня держать? Давай, телефон поди, давай подержи, а потом да, снимай. Такая сина, да? Давай. Давай двоих. Короче, я веду... Эрнана, не надо. Мы и есть. Я держу Эрнана. Фу, ну она вонючая здесь. Кто бы сомневался? Давай быстрее. Я не могу держать Эрнана. Давай, это так будет. Да ладно, давай. Мы через год вернемся, ты еще будешь здесь. Выживший. По мотивам. По мотивам.
я понял. Сука. Ваши ощущения. В глаз тыкнул такой. Так и не ответьте на вопрос, какая вода на вкус. Она пресная, нормально. Пресная? Аж горячо. Как тархун. Там в глубине чистая, а тут грязно, да? Да, да, да. Ну всегда так. Красава. Красава ты. Все, ты не герой, не герой, да. 400 рубасей завтра, да. Все-таки он выиграл. Да? И наркоман, садись и там, блядь. А мясо горит, блядь. Не, ну отлично все. Мясо вообще. Это наш мега кальян. Отработай на камеру, блядь. А бошки дымятся, подружки скучали. Ну да, их же здесь нет. Тихо, только не этот. Надик, тебе говорили брать две комы? Нет. Я спросил, два хватит, вы сказали, наверное. Сейчас, ну, сейчас гоняю. Я с тобой. Я. Ну. Да блин, вы оба давай. Толстые. Никто он не катался 15, еще. 1. А, ну ладно. Понятно. Ну он приедет и покатается. Я не умею. Да. У меня опыт этот горький. Что, ты не катался? Горький опыт. Я катался. Вот, катался. Ну все, походу, да? Уже все сняли. Опа, не, оделся. А это моя Honda Giorno. Итак, этот, мы в передевалке. В этот, как оно называется? Где они красятся? Раздевалка, не знаю. Не, где звезды красятся? А, в этой, в гримерке. Да, мы в гримерке серого. Он приводит марафет свою одежду. Ты что, ногу поцарапал? Я поцарапал это еще когда. Когда еще каршером? Нет. А это мега девятка. Которая без обвесов. Которая не спорт. Кидай мяч! Серый искупался, то, что я ему долг простил, и теперь, что я пидором окажусь, да? Вот так вот, значит, да, сейчас? А, конечно. Теперь искупайся ты, короче. Мне кажется, ты уже... Выйдите в ноль. Мне кажется, ты уже воду выпил с кальяна. Я только сел, ты. Я за шашлыком смотрел. 7 минут уже снимаем. А Рустем знали, да? Рустем пидор? А знали, что Рустем скрывает? Что скрывает? 24/7, пидор. А что Рустем скрывает? А Рустем? У меня джуджун большой. Ты это скрываешь? Оп. Скрывает. Что-то не видно, не видно. Телефонер видно? Да. Не. Ну всего это видно. Сзади видно, пацан. А вон там рыба. Телефонер уменьшается. Рыбаков не смущай. Вот так, да, как заниженный. Как будто нарушаешь, Сережа. Че, горчит? Серый, как вода, нормально? Блять, ручки-то трясутся. Да-да, я возьму. Давай, 10. Трусов у меня запасных нет. Штаны есть. Поделись, брат. Пакет оденет. На голову? Ну да. Может, на голову, если достанет. До головы. Нормально? Из шапки трусы. Из шапки трусы. Вон бутылка есть 5-литровая. Бутылка 5-литровая есть. Помаши. Салам. Из боков. Ты что, срать сел? Да! Зачем? А машина. Короче! Такой быстрый. Ой, блядь. Все нормально, да? Да.
Сейчас бы ухо снять. Тарелки надо. Зачем? Зачем ты так? Пацаны, давайте тарелки свои все. Уже все? Вот это тарелки. Давай раскладывай. Слушай, давай, я попробую. Да? Я на глаз. На глаз попробовал? Вот дай ему на глаз попробовать. Я как конгратор. А надо было на рот. На, там 10 минут уже на свете. По цвету, все, тогда туши. Поедем за водой, отгоняем.